Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадхаям Гопиджана Самаюктам Виндаванам Манохар Ванша Калпатару Вешаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавайшнаве Бхо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхетагирам Ятки Патамахам Ванди Парамананда Мадхавам Бриндавани Тулсиде Вайпиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудирай Шанкиртане Кришна Катху Падеше Каурия Патрашо Пракасване Ча Садану Рахта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Саранам Бхитаттихам Панотопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Кимапигабавадуша Дарши Пурнану Рагара Сасайгара Сарамурти Сарадика Майкада Кипам Каруша Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавин Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавин Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламбита Фужо Канука Бадато Шанкиртанай Кавитаро Камала Ятакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушита Бхама Бхагам Нараяно Прияманонго Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасу Бадане Лакшмир Джаса Чавакшаси Джасасте Хидай Самби Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Найшанг мати става дуру краманги, сприсятта нартапа гамо джадарто,
Mahi asam padarajo visekam niskinchananam nabrinito jabad naishang mati stabadhuru kramanghing sprishatanartha pagamo jadartho Mahi asam padarajo visekam niskinchananam nabrinito jabad Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagat Guru told Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami такого Прабхупада сказал, что до тех пор, пока мы не разовьем склонность к служению к чистому Гуру Вайшнавам, то тогда нет никакой возможности, что мы разовьем Бхакти. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что до тех пор, пока вы не разовьете склонность к служению к Нишкинчана Гуру Вишнава, до тех пор вы не сможете обрести бхакти. И Шрила Прабхупад говорит, если их общение очень благоприятно, если вы думаете, что какое-то материальное общение очень хорошо, то Шрила Прабхупад говорит, будьте уверены, если вы если они не имеют склонности, ну и вообще не следует общаться с теми, кто не имеет склонности к служению Гуру Вайшнавам. Как Рамануджачарья, например, он оставил свою жену, которая оскорбила его гуру. Шрила Прабхупад говорит, это секрет Харибаджан. В Упадишамрите Шрила Прабхупад пишет, те сахаджи, они не думают, что это необходимо служить Гуру Вайшнавам. Шрила Прабхупад говорит, что они не служат Гуру Вайшнавам, а хотят, чтобы служили им. И вот они ожидают служения от других, но сами не служат Гуру Вайшнавам. И поэтому, может, они внешне сидят в каком-то уединенном месте и повторяют какие-то мантры, но и вот они думают, что они совершают какой-то баджан, но Шрила Прабхупад говорит, не развив склонность к служению чистым Гуру Вайшнавам, мы никогда не обретем бхакти, это невозможно. И Бхагаван Шри Кришна также говорит Удаве, Удав, ты можешь видеть, что чистые преданные всегда думает, как спасти этих обусловленных душ. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, ты можешь увидеть, что чистые вайшнавы, они всегда думают, как спасти их. Всегда думают, как спасти обусловленных душ. Даже те, которые нападают на них, оскорбляют, но все же Шрила Прабхупад говорит, Бхагаван, он просит благословения от Бхагавана, что те, кто думает обо мне, как о своем враге, благослови меня, чтобы я никогда не думал плохо о них, не имел негативного видения. Даже те, кто думает обо мне, как о своем враге, и чтобы у меня не было настроения отомстить им. Много таких случаев в жизни Шрилы Прабхупады было. В Пурушоттамдхаме Шрила Бхактивинода Тхакур, он пригласил Бимала Прасада с собой. И там Шрила Бхактивинода Тхакур объяснял Шри Чайтанья Чайтамриту. Вот в Пури там есть место, где Шрила Бхактивинода Тхакур совершал баджан напротив самадхи мандира
Харидас Такура через дорогу. Это был Бхаджан Кутир Шрила Бхактина Такура, он там совершал бхаджан. И вот Шрила Бхактина Такура дал, в общем, уехал в Калькутту, и Шрила Бимала Прасаду сказал, чтобы тот читал Бхагаватам и объяснял. И вот, читание Бхагавата, точнее, читание Чаритамриты, он читал и объяснял. И вот он начал объяснять, давать лекции по читанию Чаритамриты. Туда приходило не так много народу, большинство ушло, не смогло такое служить. И когда Шрила Бхактина Такура вернулся и посмотрел, что народу стало гораздо меньше. И тогда он сказал Бимала Прасаду, что продолжай читать, я завтра начну. И вот он, услышав, как он объясняет читание Чаритамриту, Шрила Бхактина Такура подумал, такое объяснение, кто может принять его. Шрила Бхактина Такура был очень доволен Шрила Прабхупада, и он сказал, теперь я понял, почему народу стало гораздо меньше. Потому что он говорил об абсолютной истине, и мало кто может принять ее. И все они, ну вот эти люди решили отомстить Бимала Прасаду, убить его, вот эти все сахаджи и бабаджи. В общем, пригрозили, что вот убьют его, если он выйдет из дома. И вот Шрила Бхактина Такура это услышал. И вот с тяжелым сердцем он вынужден был сказать, что лучше уезжай в Враджапаттан, сюда, в Майпур. Это тоже Враджа-дхама. Враджапаттан значит, там, где Чайтанья-мат сейчас находится, ну, и там иди и совершай намбаджан в начале всего. И вот Шрила Бхактина Такура, он дал ему свою собственную малу, на которую Шрила Бхактина Такура повторял харинам. И вот он дал эту малу Шрила Прабхупаде, Шрила Прабхупад взял, и так или иначе он приехал. Но Дипус начал совершать баджан, и потом я уже говорил эту историю всю. И много раз случалось так, что в жизни чистых гуру вайшнавов они не видят никого в качестве своих врагов. Это настроение гуру вайшнавов. Вот в Навадвипе, например, в Даке, когда проповедь Гауди Матха началась, там никакого матха не было. Дака — это столица Бангладеша нынешняя. Вот там всякие сахаджи пришли недовольные. Они начали спорить с преданными Гауди Матха, и вот у них не было денег, но они просто приехали в Бангладеш без ничего, и у них было читание Бхагавата, и они и вот они говорили, ну, просто в каком-то поле. И вот Шрила Бхактивинод Бхарати Махарадж там начал читать читание Бхагавата. Так много преданных людей начало приходить, видя Бхактивинод Бхарати Махараджа. И вот эти сахаджи решили, что из Шантипура мы пригласим какого-то пандита, который может читать красиво Бхагаватам, и все люди пошли, ну, в общем, все местное население пошло слушать Бхактивинод Бхарати Махараджа, те хотели как-то их отвлечь, пригласили какого-то артиста из Шантипура. Reciting Bhagavatam, they are in a very nice place, they are speaking Bhagavatam.
И вот первый день люди пошли, посмотрели, и потом поняли, что что-то там не то. Они почувствовали какое-то влечение к Бхакти Вивек Бхарати Махараджу. И, в общем, они пошли к этому Бхакти Вивек Бхарати Махараджу дальше слушать его. Вот, несмотря на то, что сахаджи потратили много денег на этого артиста, но все же было без толку. И вот когда так проповедь Гаудимадха набрала силу, тогда они начали говорить, что нельзя Гаудимадху помогать, ни денег, ни риса давать, ни овощей, вообще ничего. Если кто-то будет этим заниматься, то такого человека выгонят из их общества. И вот после этого Шрила Прабхупада узнал об этом, что в общем, рассказали эту ситуацию, что же делать, как проповедовать. Шрила Прабхупада сказал: идите проповедуйте, пейте воду из этой Ганги, кто остановит вас от питья воды из Ганги. И посмотрим, если не Тинанда и Гуранга. И действительно, в итоге за пару дней все решилось в пользу Гаудиамадха. И таким образом все сахаджи, они постоянно какие-то проблемы создают. Шрила Прабхупада говорит: если вы будете идти на компромисс с кем-то, люди будут уважать вас, как-то почитать, но если вы будете говорить об абсолютной истине, то многие люди будут считать вас своим врагом. И такое очень часто происходит. Шрила Прабхупада говорит, что это трагедия нынешнего общества, что если говорить об абсолютной истине, то находится множество недовольных, кто не может этого потерпеть. А если идти на какой-то компромисс, заниматься какой-то ерундой, то все будут довольны, всячески будут помогать и прочее. Прохлад Махарадж, смотрите, когда он начал говорить об абсолютной истине, то его собственный отец Хирани Кашипу начал ему всячески вредить. До этого Прохлад Махарадж, он рос как нормальный ребенок. Хирани Кашипу его любил искренне, садил на колени, целовал, гладил, любил, но это продолжалось до тех пор, пока он не начал говорить об абсолютной истине. Смотрите, в тот момент, когда Прохлад начал говорить об абсолютной истине, то в тот самый момент Хирани Кашипу очень разгневался, решил убить его. И такого настроения нашего общества, как мы можем надеяться, что новые преданные придут к нам. И сейчас очень скверная ситуация. И эта ситуация очень опасная. Наш Сиддханти Махарадж, вы слышали о Сиддханти Махарадже? Кто? Бхакти Сируп Сиддханти Махарадж. Он великий преданный Шрилы Прабхупады. После того, как Шрила Прабхупада ушел по желанию Шрилы Прабхупады, он был первый, кто опубликовал Веданту на Гаудия Бхаше. В процессе своей жизни Шрила Прабхупад хотел много чего сделать. День и ночь Шрила Прабхупад он посвящал свою силу, свою энергию нам. И в итоге в возрасте 62 лет он уже выглядел на 80. И после того, как Шрила Прабхупад ушел, эти демоны, они захватили все наследие, но и то, что писал Шрила Прабхупад. They identify, but they are
В общем, все рукописи Шрилы Прабхупады они взяли в мешок из-под картошки, сложили и утопили в Ганге. И вот так майя действует. Если бы в рукописи дошли до нас, там много сокровенных вещей Баджа написано. Но демоны в одежде преданных все выкинули. Очень печально. Даже у меня была библиотека огромная Сундарананды Видьявинода. Это была украдена одним ачарьей. Там были дневники Шрилы Прабхупады также. И вот наше общество находится в таком печальном положении, как же можно надеяться, что мы можем обрести бхакти, сколько запутанности вокруг. Просто сухая философия — это не бхакти. Сиддханти Махарадж И Сиддханти Махарадж, он был один из первых, кто хотел опубликовать комментарии, Гауди комментарии к Веданте. Вот к Упанишадам и к Веданте. И вот он уважал Бхарати Махараджа как своего шикшагуру, и какие-то из учеников Бхарати Махараджа Махарадж отдал в свой храм и все эти обязанности этому Сиддханти Махараджа. Он был самый достойный, но какие-то ученики не могли потерпеть этого. И, к сожалению, всем такие так называемые духовные места, они осквернены всякой политикой и прочим. И вот Сиддханти Махарадж был очень строг, несколько там саньяси жили. Они получили саньяс от Махараджа, и потом в общем, они ходили саньясу, потом ходили к вду. В общем, занимались блядством с вдовами, и поэтому Сиддханти Махарадж, видя такое блядство, стал очень недоволен ими. Talking with Mataji.
Ну, в общем, Сиддханта Махарадж был недоволен их поведением, что ж они приняли обеты отречения, а сами этому ничему не следуют, просто носят одежду саньяси, даже близко ничему не следуют, никаким правилам, которым должны были бы следовать саньяси. Вот. И вот Шрила Прабхупад Шрила Прабхупада был идеальный характер, он вел себя так, что никто не мог найти в нем никаких недостатков. И вот Сиддханта Махарадж, он предупредил несколько раз этих саньяси, чтобы они вели себя достойно, но они не послушали его. В итоге он взял, сорвал с них одежду саньяси и выгнал. Сказал, что они недостойны носить саньясу. И потом, что случилось? Это зима была. Махарадж спал. Комната открыта была, Вайшнава ничего не боится. И вот эти два бывших саньяси хотели отомстить ему, взяли какой-то топор и пошли Махараджу мстить. И вот тот, Махарадж все время спал под одеялом полностью, и так случилось, что в общем они хотели ему голову отрубить, и вот в общем ударили его топором по голове и убежали. Но в тот день случайно по воле Бхагавана Махарадж наоборот спал. То есть там, где голова была, там были ноги, и где ноги — голова. Он так перевернулся на 180 градусов, и в общем так получилось, что они не по голове попали, а по ногам. В общем, было много крови, но Махарадж жив остался. В общем, Махарадж видел и узнал этих своих бывших саньяси. Ну, в общем, Махараджа вылечили, он как-то восстановился, и потом полиция пришла. Ну, в смысле, полиция сразу пришла. И, в общем, какое-то уголовное дело возбудили. Пошли искать этих виноватых, нашли этих, поймали бывших саньяси, и этого подозреваемого привели перед судом. И вот спросили Махараджа, узнает ли он этого убийцу. Сказали, посмотреть на него внимательно, он или не он хотел вас убить. Махарадж посмотрел на него со страданием и сказал судье, что говорит, не узнаю. И сказал, что он не узнает, а этот судья говорит, это что он хотел вас убить. В итоге, раз этот Махарадж сделал вид, что не узнал, то этих так и отпустили.
то смысл в том, что преданные, они полны сострадания, как Шрила Прабхупад наш Гуру Махарадж. Они очень смиренны, очень милостивы. В общем, Шрила Пури Госвами Махараджа кто-то ему голову разбил в каком-то споре, но у тех, кто с ним спорит, никаких аргументов не оставалось. Кроме этого, вот если мы хотим стать преданными, мы должны стать зрелыми, чтобы и у нас должно быть терпение, и тогда мы обретем бхакти. И вот смотрите, эта шлока, с которой начала, она очень важна. Кто-то думает, что Прахлад Махарадж, он был близким, ну, то есть он был очень близким этим сыном Хираньякашипу, он его любил, и как только Прахлад Махарадж начал говорить о бхакти, так сразу Хираньякашипу очень разозлился. Это природа демонов и этого общества. И вот Прахлад Махарадж в ответ на вопрос, что чего хорошего же он узнал, он произнес эту шлоку, потом вот эту шлоку произнес. И тогда это было, Хираньякашипу очень разгневался, вышел и разгневался и, как сказать, возмутился. Он был очень оскорблен, что Прахлад Махарадж говорит об абсолютной истине. И вот однажды один преданный приехал к Гуру Кишода с Бабаджи Махараджа с той стороны Ганги. Сказал, что там говорят о Брамаргите, очень красиво. И Бабаджи Махарадж сказал, что не стоит туда ходить. Почему? Вроде там Харикатха происходит, так красиво поют. И Бабаджи Махарадж сказал, что там не Харикатха, как там, что люди в экстазе катаются по полу. Это же не экстаз, это пассивное вожделение. Они хотят удовлетворить это вожделение, сравнивая себя с лилами Кришны. И, этот лектор, он не говорит Бхагават-катху, он говорит только така, значит, деньги на Бенгале. То есть он говорит только про деньги. И если хочешь туда пойти, то пойди, выкопай там эту всю землю, где он сидел на 20 футов, и принеси воды из Ганги и навоза, чтобы это все очистить. И вот главная проблема в том, что у людей нет никакого даже основного представления о бхакти. И поэтому одурачить людей очень просто. И вот у людей даже нет таких простого представления о бхакти, только повторяют Харе Кришна, и
наслаждаются жизнью. Ну, в общем, ведут себя так, как сказано. В общем, можно видеть, что люди, нося одежду преданных, просто наслаждаются жизнью, пользуются какими-то преимуществами, привилегиями. И так вся жизнь проходит в обмане. И вот вчера Бхагаван говорил вот очень такой хороший пример. И Бхагаван говорит, преданность моим лотосным стопам может очистить преданного так сильно, что даже те, кто совершают аскезы, все, эти аскезы не сравнятся с преданностью мне. И вот на санскрите «Иштапурти» ну, какая-то благочестивая деятельность, она, ну, такая, как кормление животных, людей, строительство каких-то водоемов, чтобы, ну, и таких вод, как там, каких там, ну, вообще бочек с водой, чтобы люди могли прийти напиться, животные также, строить, крытие колодцев, там, облагораживание инфраструктуры. Ну, такая благочестивая деятельность, она, конечно, хороша, но с Бхагавад-дхармой она никак не сравнится. Вот Махараджа какой-то Майвади пригласил, после того, как прочел его книгу о коровах, там от нее 400, то ли 40 тысяч, то ли 400 тысяч коров у этого Майвади. Вот, в общем, Махараджа на какую-то ягу пригласил. Но смысл Махараджа в том, что даже если какой-то Майвади вам что-то пишет или куда-то приглашает, то его с этим тайтлом, как по-русски, ну, в общем, его с титулом Шри нельзя называть, поскольку Шри, Шри имеет смысл. Это Шри, значит, энергия, да, она имеет связь с Радхарани. Шри, Радхарани — это полная Шри. Даже Радхарани, это Лакшми, не полная. Ну и поэтому титул Шри нельзя кому попало применять. И вот кто-то следует ведической дхарме, совершает яги, пуджа. Кто-то следует правдивости, всегда говорит только правду. Вот Майвади, например,
иногда следуют этому, хотя по сути их майявада полностью ложна, но с мирской точки зрения они говорят правду. И после этого что случилось? И вот Шриман Махапрабху сказал Шукламбар Брахмачари, который пил только молоко, однажды он выразил желание увидеть Санкиртана Расу. И всю жизнь он совершал аскезу, жизнь была очень чиста. Даже в уме он никак не осквернялся, но пил одно молоко всю жизнь практически. Но все же... И вот он захотел увидеть Санкиртан Махапрабху. И когда Махапрабху узнал об этом, он разгневался, сказал, что ты думаешь, что просто... совершая такие аскезы, как питье молока, всю жизнь этого достаточно, чтобы увидеть мою Расалилу. Нет, демоны, они тоже совершают огромные аскезы. Даже полубоги не могут сравниться с ними. Как Шанкар Бхагаван совершает аскезы. И Бхагаватам говорится, что Хираньякашипу Набутам Набавишати, то есть он совершал аскезы, невиданные раньше. И в будущем никто не способен совершать такие аскезы. Но слушай, Махапрабху, он говорит, что даже демоны, как Врикасура и прочие, очень суровые аскезы совершают. Но что толку? Хираньякашипу, Раван. И вот, ну, обретают ли они бхакти из этих аскез? Хотя бы каплю бхакти? Нет. И поэтому не думайте, что бхакти очень дешево. Мы должны ждать и смотреть. Единственное, можно открыть Упадишамриту с Шрилой Прабхупадой много раз. Шрила Прабхупад говорил вот такие слова. Ну вот в киртане Шрила Бхактина Такура. Киртан, посвященный Экадыше. И вот такой киртан. Бхакта сева парама сидди прем лотикар муло да бесик. И вот основа нашей служение преданным — это основа бхакти. И вот когда мы служим преданным, мы можем достичь совершенства. И вот Бхагаван говорит снова и снова, ну, Махапрабху этого Шукламбара Брахмачари, и он сказал, что просто питаясь одним молоком, этого мало, чтобы увидеть меня. И ты думаешь, что просто питаясь одним молоком всю жизнь, этого достаточно, чтобы достичь меня? Нет, это не так просто. И вот Бхагаван говорит, любые преданные, раньше Петам атманам но самьяк пунати. But then actually
И вот моя преданность. Шуддхед бхактя винасайо. Шуддхед бхактя винасайо. Right? What Bhagavan speaking? Katham vina. How? How without your hair tips standing here or body here? Standing tips. Stand. Katham vina rum harsha. Rum harsha mean romani. Romani mean far. Body here. Рома-арсвин, this body here, while laughing. Харшамин, laugh. Like the name of Рома-арсан Сута, who was the first speaker of Bhagavatam before. Вот Рома-арсан Сута, это он был первый, кто произнес Бхагаватам до Сутадева Госвами, он был первый. Рома-арсан Сута. Тех, кто произнес Бхагаватам. И вот Лоу Махаршан, значит, ну что-то с волосами и смехом связаны. Laughing, my standing here, having some reaction. That's all. His name was Рома Харса. Bhagavan speaking, Katham vina Рома Харса. How you can expect without the heart meltdown, without the heart meltdown, and here to stand? Katham vina Рома Харса дубата дубата четоса вина. Вина ананда сукара. When tears not rolling down your cheeks after hearing Harikatha and Kirtan doing now, how you can expect a man can purify himself? There is a symptom. There is a symptom. So without this kind of reaction, Bhagavan speaking, without this kind of reaction, you cannot expect somebody can purify. There is a symptom. И вот мы видели в жизни Гуру Махараджа, когда бы, ну, когда так случалось, что преданные приносили боль Бхагавану, как-то он просто плакал. И Шрила Прабхупада также сегодня обсуждал на хинди. И вот Шрила Прабхупада на берегу Радхакунды, он объяснял Упадишамриту. Тиштана ваде таданураги джананагами калам наид акхилам итио подеша сару. This Prabhupada explained. In course of explanation, и в процессе объяснения имя Радхарани возникло, Шрила Прабхупада начал в общем, его какие-то экстатические чувства захватили в голос. Прервался, и вот он пытался сдержать себя и такого состояния настоящих преданных. Того, кто услышал все сокровенные лилы Махапрабху, услышал всю Сиддханту, тот пытается проповедовать культ чистой преданности по всему миру. И вот Шрила Прабхупада говорит в одном месте, мы в Упадишамрите. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы должны выступать против майи, против кали. Мы не можем позволить сахаджиям
говорить о гауди-философии, гауди-матхе. Если мы позволим это плохо будет. Но прежде чем что-то говорить, нужно изучить эту тему. И мы не можем позволить кому-то проповедовать неправильно. Сейчас, к сожалению, такое часто происходит. И вот ну, Махараджи говорит о том, что нужно уделять внимание качеству, а не количеству. Какие-то проповедники из-за скромности говорят, что деньги — это второй бог. Но хотели сказать, что деньги — это первый бог, но постеснялись и сказали второй. Ну, по крайней мере, можно похлопать то, что хотя бы деньги первым богом не назвали, а вторым уже не так все плохо. И вот Бхагаван говорит: ну, говорить мало, еще и надо применять то, что говорим о своей собственной жизни. И вот Бхагаван говорит, если мы не видим идеализма, а просто внешние, какие-то внешние пустые украшения, то это не преданность. Но люди думают, что нося просто одежду преданных — это преданность. Но нет, нужно еще много чего делать. И вот как они могут очистить свое сердце. Кто-то совершает аскезы, изучает что-то, занимается какой-то благочестивой деятельностью, раздает пожертвования, говорит только правду, но ничто не может очистить так, как бхакти. И после этого Бхагаван говорит: Nittati, here is printing mistake, everywhere printing mistake. Nittate cha madhbhakti yukto bhuvanam panati. Right? Is when, but actually Sanskrit is some mistake, na? Therefore, tongue can stop. Because you cannot match. When it's open, okay, na? Your tongue can, like one rhythm. So then when my tongue stands, I watch it. В общем, в этой книге много опечаток, сложно читать. Mm-hmm.
и чистый преданный, который всегда, он, как Удав, он пытался говорить о Кришне, но не всегда получалось, его голос прерывался, и сердце буквально плавилось, и вот он плакал, говоря о Кришне. И после этого Udgayati shout, a shouting and singing, nityati, some dancing. What is the condition of Pollamath? Already you know. Condition of Pollamath. И вот каково состояние Прохлад Махарадж, он иногда танцевал, иногда плакал. Бхагаватам там более подробно описывается. И вот такой преданный. Бхагаван говорит, что такого преданного, ну, в общем, настоящий чистый преданный, он может очистить весь мир. Ему не нужно даже ничего говорить. Гаугиша Баба, он не говорил никаких лекций. И вот Бхагаван говорит, такие преданные, Удава, они могут своим даршаном очистить весь мир. Я завтра буду говорить об одном преданном, которому не нужно было ничего говорить. Просто своим присутствием он мог, не говоря ни единого слова, он мог преподать урок многим. Завтра я буду более подробно говорить о нем, как можно, не говоря ни одного слова, показать, научить много чему других, просто своим даршаном. И вот завтра я приведу этот пример, то, что чистый преданный, ему не нужно ничего говорить, он может говорить или не может, он не обязан что-то говорить, может сказать, а может нет, но просто своим даршаном, как вот в киртане поется даш, то, что чтобы очиститься от Ганги, нужно принять омовение в ней, а чистый преданный, достаточно посмотреть на него, то его даршан очищает нас. Bhajati charupam, atma chakarman shayam, vidhuyo madbhakti yogena, bhajati athoma. Each and everybody you can understand. Yatha agnina, by agnina means by agni. If one piece of gold is burnt up, yatha agnina, hema malam jahati, bhatman, punaha, shvam, bhajati charupam, atma chakarman shayam, Vidhuyo madbhakti yogena bhajati athoma. This Bhagavan can speak so many things. И вот Бхагаван может говорить так много вещей, как с помощью бхакти.
можно очиститься. Наишан мати стават урукрамани спрещата нарта пгамо джагарту майясам падуржо висекам нишкин чананам набринито джава ванчага продуса. Патитанам мах. We arrange function there and here. I go to market personally after online Harikatha. By so much sweet different kind of for devotees. And tomorrow, в общем, завтра день. Still extra. Okay. So tomorrow I can speak Harikatha morning time because people can come after one. I cannot come to speak Harikatha evening time. В общем, на завтра расписание. I go and take one.